И последнее. Лучшие фигуристы республики приняли участие в первенстве Якутска. В столице в четвертый раз состоялся ежегодный турнир по фигурному катанию. Зима начинается с Якутии. За показательными выступлениями победителей турнира наблюдала Саргалана Федорова. После падения надеваешь улыбку и продолжаешь выступление. Все эмоции только потом. За красотой и легкостью лежат многолетние тренировки и, разумеется, безграничное желание победы. Это первенство объединило юных фигуристов из Мирного и города Якутска. За 2 дня соревнований на льду показали свое мастерство 46 спортсменов. Дети все прибавили, высокий класс мастерства стали показывать. Очень артистичные детки, все старались, все очень ждали этого старта и очень много готовились. Соревнования прошли согласно единой всероссийской спортивной классификации и правил Международного союза конькобежцев. Фигуристы соревновались в одиночном катании с разряда юный фигурист по кандидат в мастера спорта. Софья Башарова занимается фигурным катанием 4-й год. В ее копилке уже несколько турниров. 3-е место. Ну, могла бы получше, но так довольна. Мечта дойти до, хотя бы до 1-го спортивного, а потом уже как получится. Каждый взлет, каждое падение переживали как свои тренеры и хореографы. Перед награждением победители порадовали зрителей прокатом произвольных программ. Каждый спортсмен постарался блестяще доказать свое мастерство и умение. Лучше всех в разряде юный фигурист выступила Элина Эфрос из Якутска. Хорошо. Ласточку, вилю, флажок. Призеров турнира поздравил глава города Якутска Айсен Николаев. Победители турнира получили заслуженные награды. В Якутске всего 1 крытый лед позволяет нашим фигуристам тренироваться и растить звездочек. Но этого крайне мало. Чтобы спортсмены смогли блеснуть на следующих соревнованиях, следует вывести фигурное катание на качественно новый уровень. Саргалана Федорова, Гавриил Ячков, НВК Саха, Якутск.